20 марта на базе первой гимназии для учителей по русскому языку и литературе состоялся семинар, в котором приняли участие более 40 учителей города и Куюргазинского района. Провела занятие заведующая кафедрой русского языка и литературы Валентина Борисова. Тема семинара – перспективные модели государственной итоговой аттестации, на котором обсуждались две перспективные модели. Первая модель связана с устной частью, так называемым говорением в ОГЭ по русскому языку, а вторая перспективная модель – это ЕГЭ по литературе. И обе эти модели во многом новые, изменившиеся, будут реализовываться в следующем учебном году. Учитель перестает быть учителем, когда перестает учиться. Для этого в гимназии номер один регулярно проводятся различные семинары для преподавателей. Ведь взаимодействие их с учениками играет ключевую роль в образовательном процессе. Современный учитель поставлен достаточно сложные и трудные рамки. Современные дети – это не те дети, которые были 5 лет тому назад, даже 2 года тому назад. Это дети, которым важно увидеть, не просто услышать грамотную речь учителя на уроке, но важно увидеть, важно прочувствовать. Тренинг проходил в течение 6 часов. И те знания, которые учителя города и района получили на семинаре, передадутся ученикам 8-10 классов, чтобы уже в следующем году школьники были более подготовлены к итоговой аттестации.